Друзья, всем привет! С вами команда Joint Distribution. Меня зовут Артем. Меня зовут Алексей. И в данном видео мы хотим представить вашему вниманию наш новый бренд защитной экипировки для уверенного катания в горах, парках и, конечно, на улицах. Своему детищу мы дали название King, взяв за основу одну из самых опасных джибовых фигур, а именно кинковую перилу. Уже давно, занимаясь фристайловым катанием, мы не понаслышке знаем, что такое боль и как важно обеспечить себя именно качественной защитой для более быстрого и безопасного прогресса в катании. А основа, характеризующая защиту данного бренда, это его защитный материал ESA, который является фактически самым успешным аналогом и более того, даже лучше по своим физическим показателям термоустойчивости всем известного материала D3O. Поработав множество лет с материалом D3O, мы фиксировали случаи, когда защита замерзла и не функционирует. Зная, что ESA хорошо восприимчив к холодной температуре, мы решили провести эксперимент, в котором мы покажем вам, как это действительно все работает, правда ли это. У нас есть две плашки из разного полимера. Один из них это D3O, второй из них это ESA, который мы используем в нашей защите. Давайте пройдем к морозилке, поместим их туда на 5 минут, потом достанем и посмотрим на результат. Ну что, мы заморозили наши плашки на 5 минут, достали, и что мы видим? У нас D3O встало колом. Он действительно так. Ну, тут помягче она идет. Блин, ну здесь вообще прям дубовый. Слушай, помягче, реально помягче. При одинаковом времени нахождения в морозилке у нас защита ESA уже почти отошла, она уже мягенькая, продавливается и, собственно говоря, готова к катанию. Что не скажешь про D3O, она еще твердая, то есть ее нужно ждать, пока она отмерзнет, напрягаться. Такой вот у нас небольшой эксперимент получился, то есть тут уже мягкая защита. То есть, Лех, я правильно понимаю, чтобы в случае, если в каких-нибудь суровых условиях у меня замерзла защита, в D3O мне нужно пойти в кафешку попить глинтвейнчика, чтобы безопасно продолжить катание? Ну да, тут ты прав. ESA более быстро отойдет от холода, а D3O скорее дольше времени займет на подготовку катания. Угу, интересно. Подождать, пока она отойдет. Окей. Но и та отходит только чуть дольше D3O. Друзья, вот такой комплект мы предоставим каждому нашему оптовому покупателю, чтобы вы могли разместить у себя в магазинах на предкассовых зонах эти тестовые образцы данного материала, для того, чтобы ваши продавцы могли продемонстрировать конечному покупателю его функционал. Материал ESA является не ньютоновской жидкостью, и фактически это гибкий полимер, который при ударе уплотняется и защищает любую часть вашего тела. Ну-ка, Леха, иди сюда. Также за пару минут вы можете поделать это со своим конечным покупателем. Вот. Что скажешь? Не больно вообще. Вот видите? Ребят, также у нас есть плашечка ESA материала уже в готовом виде. И обычная пенка, которую мы сейчас покажу, как работает фактически при падении на них шара. Все, шар зафиксирован. А на пенку никак не работает, это даже очень красиво упал на ESA. В общем, друзья, мне кажется, наглядно все понятно. Можно показать, насколько толстый материал, насколько он действительно будет не страшно в нем падать, совершенствоваться в своем катании. Шорты, наверное, одна из самых важных защитных позиций во всех брендах. В данном случае защита идет как набедренная, так и защита на копчик. Со вставками EVA пены. Друзья, короче, мы создали крутой бренд защиты и хотим поделиться им с вами.